Здравствуйте, дети! Не вставайте, не вставайте. Дорогие дети, сегодня мы будем учиться понимать музыку. Играть может каждый дурак, а вот понимать только специально обученный. Сегодня мы научимся отличать адажио от анданте, скрипача от баяниста, батон от хлеба. Ой, извините, заговорился. Я просто не завтракал с утра. Значит, виолончелиста от... От свинины. От свинины. Какой свинины? Что вы мне говорите? От кабана. От кабана. Какого кабана? Что вы мне уши, в уши суете еду? Надо мне в живот ее сувать. Итак, давайте начнем. Итак, что вы слышите? Пожалуйста. Я слышу, как шелестит травка и колокольчики на лесной лужайке. Это на них дует легкий ветерок. Нежно дует. Садись, два. В голове у тебя нежно дует. Неужели не слышно? Рыжики. Рыжики насобирали. Принесли домой. Слышите, соль диез. Посолили. Лучком сверху. Укропчиком. Вкуснятина. И вот оно крещендо пошло. Сметаной все залили. И только хотели. Раз тарелка упала, раз ее поймали. И тут враги пришли. Физрук с математичкой. А что хотите? Тарелку с рыжиками? Вот вам. Да, получите. Защитил еду, сожрал все, тарелку облизал. Победитель. Извините, давайте продолжим. Так, что ты слышишь, Сидоров? Это грузди. Я слышу грузди. Молодые груздочки посолили. Сметанка, лучок в мажоре. Что за бред? С мажорами они. Боже! И ветчина! Слышите? Чувствуете запах? Колбасочка, сосисочки, сарделечки. И вот, вот, самое главное, нарезочка пошла. Докторская, краковская, салями, молочная, вареная, копченая, полукопченая, ливерная. И ветчина. Извините, пожалуйста, а может вам покушать сходить? Настоящий художник должен питаться искусством. Сидорова. Да. Ну-ка, иди. Спой мне гамму до мажор. Так. Готова? Да. Пришли, сели, наложили, поели чай, торт, мороженое, ушли. Ушли, мороженое, торт, чай, поели, наложили, сели, пришли. Вот молодец, вот молодец, выучила. Жрала, видимо, все выходные. Молодец. Итак, давайте дальше. Чем отличается штраус от шнитки? Пожалуйста. Штраус колоритнее. Как колоритнее? Калорийнее. Его музыка жирнее. Прямо мясом она пахнет. Понимаете? Вкуснятина прямо такая. Это штраус. Его можно даже на даче есть за ужином. Ну-ка, смотрите. Так, Сидоров? Я. Сюда, к доске. На даче едят, ужинают, так. Кушают. Да, кушают. Картошечка, лучок, да. Рыжики принесли. Да, да. Груздочки. Шашлыки начали делать. Да. Мясо насаживают. И раз, шашлык, два. Шашлык, шампуры. И на мангал. И на мангал. Да, это ты мангалом будешь. Я мангал. Да, ты мангал, давай. Будет. Сидоров, давай, угли. Угли, давай, раздувай угли-то, раздувай, раздувай. А ты что сидишь? Мясо неси, неси мясо. Да нет, это ты мясо, ложись на него. Давай, давай ложись, все, сильнее, сильнее. Ду-ду, давай, давай, давай. Вот, все, вот. Как бы приготовилась? Нет, еще не приготовилась. Все, ладно, приготовилась уже. Терпим, 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 терпим.
Вот она! Вот, все, готово. Макакий Мартышкович, что это вы здесь делаете? А вы что, не чувствуете, что ли? Шашлыки жарим. Шашлыки жарить? А подо что? Под штрауса. Под штрауса? Интересно было бы послушать. Пожалуйста. Ну какие же это шашлыки? Это ж деньги. Деньги. Они капают, капают, капают мне на счет. А вот пошли откаты, а вот пошли заказы, госзаказы вот такие, потому что я депутат. Вы что, не слышите, что ли, что это там мясо? Это деньги. Мясо! Это деньги и власть! Это мясо! Деньги! Я тебя в клавиши закатаю! Я тебе смычком проткну глаз! Я тебя вот, с вот этими трубами... Я тебе! Я не могу! Извините, 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 пожалуйста. Классическую музыку все понимают по-разному. Но есть музыка, которую понимают все одинаково. Это попса. Господи, какая гадость! Согласен полностью с вами. Музыка, которая объединяет. Я люблю тебя. Ты меня тоже. Перестань издеваться над человеком.